почему я здесь? Да. Потому что обязан исполнить свой долг. Сейчас от человечества осталось сколько? 0,5%? Это значит, что на одного выжившего умерло 1000. Если раньше меня не покидала тревога, то теперь накрывает какое-то чувство обреченности. Вы про солдат? Про нас всех. Как вы уже знаете, 24 дня назад что-то произошло. Была потеряна вся связь с большей частью мира. Все за пределами так называемого круга жизни погрузилось в темноту. Все, кто остался в карантине, нападут на нас. 160 миллионов. Человек? Не совсем. Огонь! Я уже понятия не имею, к чему нам готовиться. Возможно, я теперь самый близкий человек, который у тебя есть. Война началась.